закончилась печать. Получился у нас вот такой вот бамперок. Поддержка в деле. Ничего такое не упало. Сейчас попробуем аккуратненько ее отрезать. О. Аккуратно вытащим. Вот такую вот поддержку делает принтер. Чтобы, не дай бог, не провисло. Так, я еще пока не до конца устранил вот эту проблему с волосянками. Как говорится, но ничего страшного, это можно оторвать. Напильничком чуть-чуть пройдем. Ну, крепкая такая довольно-таки. Но все равно может, конечно, и сломаться при сильном ударе. Бамперок нормально так смотрится. Можно сюда еще недавно печатал. Фары будет поставить. Или лебедку. Убираем еще поддержку. Вот так вот. Тут заглушечка для туманочек в бамперок. О, вот так. О, ну как-то так. И надо потихонечку его отрывать. О, вот так. Здесь у нас также идут подложка и усилители. И вот такой вот интересный бамперочек у нас получился. Можно подточить, можно не точить, на усмотрение. Так что будем печатать еще и задний. Ну все, всем пока. Какая-то вот такая получилась у нас печать.